Превосходно, командир. Спасибо, принц Тасу. Русские войска все еще у наших границ. Проклятые гайдзины хотят захватить Окинаву и превратить остров в военно-морскую базу. Но Окинава — это не просто остров. Здесь находится гробница с телом моего отца. На острове находятся силы Альянса, задача которых — поддерживать порядок. Но эти трусы попросту закрывают глаза на возникшую угрозу. Нам придется разбираться с проблемой самим. Не дайте этим варварам осквернить могилу отца, обесчестив тем самым его память. Я постараюсь все сделать в лучшем виде. Советские Окинава, войска... давайте не позволим осквернить могилу отца принца Татсу. Мы не можем отдать эту землю советам. Память о моем отце. Сама честь империи зависит от нее. Битва уже в разгаре, и Альянс снова отказывает нам в помощи. Мы не будем унижаться еще раз. Справимся сами. Захватите технику Альянса, чтобы продержаться, пока не подойдет подкрепление. Получено новое задание. Жду приказов. Готово. Вперед! Что от нас нужно? Иду. Пути. Обеспечим защиту. Куда нам нужно? Жду распоряжений. Все готовы? Согласен. Нас не обнаружат. Согласен. Отправляемся. Транспорт на связи. Вперед. Противник в хранилище. Меняем, не напугать. Нас обнаружили. Объект уничтожен. Лучница. Вижу цель. Сколько их? Атаку! Вижу цель. Я все вижу. Я почему-то думал, что меня не будут они атаковать. Враги! До последнего верил в это. Враг на прицеле. Объект подогнал. Мы рождены для службы. Я все вижу. Нужно терпение. Вперед! Все чисто. Вижу цель. Сколько их? Атаку! Выступаем. Объект под огнем. Вперед! Объект уничтожен. Быстрее. Все чисто. Пути. Быстрее. Задание выполнено. Я поняла. Осторожно. Я поняла. Захватив артиллерию Альянса, расположите ее вдоль берега по указанным координатам. После этого наведите орудия так, чтобы они стреляли по русским с большой дистанции. Получено новое задание. Осторожно. Они дождались. Подтверждаю. Мы разберемся. Железные ронины будут биться на вашей стороне. Они сторожат могилы в наказании и используют любую возможность, чтобы искупить вину. Устроим им отдых. Получено новое задание. По плану. Активировать железных ронинов. А как это сделать? Простите, лучница. Похоже, с нашей базы пропала техника. Правда? Вы ведь не знаете, что с ней может случиться? Нет. Не слышал. Вы что? Да выглядите, я даже не мог никак. Как я мог это сделать? Что? Дружище. Мы разберемся. Готовы к осаде? Они подчинятся. Все под контролем. Устроим им отдых. Развертываемся. Мы разберемся. Усмиряем всех. Все под контролем. Задание выполнено. Есть, сэр! Мы под огнем зениток, сэр! Я запрошу службу. Нет. Я слуга империи. Не заметят. Нас не обнаружат.
понял. Я понял, что от меня требуется, да? Моя рука не дрогнет. Как таракана. Я жду вас. Получено новое задание. Как забегали, а? Чего мы ждем? Гостей, наверное. Что не делают, а? Я отрежу им головы. Объект под огнем. Несомненно. Конечно. Особое приглашение вам надо было, да? Задание выполнено. Ну, следующий. Знаете, я ведь раздавлю вас, как нечего делать. О да. Так что вам лучше сдаться до того, как я впаду в ярость. Давай, давай, давай. Можешь постараться. Если у тебя получится, я буду только рад. Зачем? Вы отлично справляетесь. Впрочем, это не последняя атака. Держите оборону, командир. А зачем их удерживать? Нахрен мне не нужны эти пункты. Для чего? Ладно, давайте сохранимся, потому что я не знаю, как это правильно работает здесь. Новые постройки. Идет строительство.
Строительство завершено. Доступны новые постройки. Где обогатить? Идет строительство. Основа обогатителя готова. Основа обогатителя готова. Место развертывания вымывания. Пару ушек бы. Строительство завершено. Место развертывания установлено. Так. Идет подготовка. Сколько это надо? 5 что ли? 76. Предел ударишь сюда. Уничтожить. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Ну вот это вот сейчас херня, вот просто вот. Уже там. Строительство завершено. Конечно. Это вот дура, которая сейчас там ходит. Несомненно. Сколько еще ждать? Понимаю. Так вот нарываться на свой же огонь. На базу напали. О-о-о. Ну и что делать? Объект под огнем. Ключевую постройку атакуют. Идет ремонт. Объект уничтожен. Обнаружен инженер противника. И что я должен сделать? Вот как? Ну-ка. Устроим. Он же не атакует, по-моему. Она не должна пасть. Нет, он не атакует. Ну вот расскажи мне, как я должен это все сделать сейчас? Без авиации просто. Не, ну, все, поиграл. То есть ты должен поставить верфь, сделать авиацию, да? Мой мир жаждет крови. Уже там. Вот так вот это работает, да? Строительство завершено. Идет строительство. Основа энергостанции готова. Место развертывания выбрано. Идет строительство. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Готов. Место выбрано. Идет строительство. Основа обогатителя готова. Основа обогатителя готова. Выбрана. Строительство завершено. Место развертывания установлено. Надо сейчас строить верфь, сразу делать субмарины, дефить. Идет строительство. Основа завода.
Основа верфи, все тоже. Основа верфи. Двигатель не прожертвован. Основа завода. Место выбрано. А, ну да. Тут же они роботы Тенго, которые могут атаковать авиацию. Доступны новые постройки. Строительство. Нехватка энергии. Идет строительство. Нам что выиграли? Объект под огнем. Идет строительство. Основа энергостанции. Место развертывания выбрано. Основа энергостанции готова. Место выбрано. Идет строительство. Позволите помочь. Обнаружен инженер противника. Конечно же. Строительство завершено. Чисто по цвет, да? Строительство завершено. Меня не убить. Я отрежу им головы. Понимаю. На базу напали. Враг наступает. Где жертва? Это все. Где жертва? Поберегу силы. Объект под огнем. Противник атакует основу. Объект уничтожен. Противник атакует комбайн. Идет ремонт. Да вы что, издеваетесь, что ли, отвари? Вот ты посмотри, откуда они вообще знают? Вот. Обнаружен инженер противника. Ты смотри, и так они не дают, и так они не дают. Ну никак они не дают вообще жить, а? Опять по новой. Основа защитника готова. Основа защитника.
Основа энергостанции. Строительство завершено. Доступны новые основы построения. Энергостанции. Строительство завершено. Объект под огнем. Строительство завершено. Идет строительство. Идет строительство. Основа пси-деструктора. Объект уничтожен. Основа разрушена. Строительство завершено. Я здесь. Объект. Кого такие борзые-то, а? Усовершенствование выполнено. Наконец-то. Несомненно. Уберегу силы. Убить тварей. Строительство завершено. Будет бойня. Несомненно. Хер поймешь, как они играют просто. Идет строительство. Сейчас вообще не нападают. Что можно еще придумать? Обнаружен противник. Строительство завершено. Остал ваш день. Объект под огнем. Объект уничтожен. Атаковать меня! Скажу под корень. Что за херня, а? Наш ход. Курс проложен. Да ёб твою мать, да что такое-то, а? Мне даже продохнуть не дают. Ну еще лучше. Идет строительство. Идет ремонт. Я
чё так долго-то всё, а? База здесь что ли? Да, надо войска тоже. Основа обогатителя. Место развертывания не установлено. Я уже давно-давно про вот это-то забыл. Вообще не имется. Короче, идти базу разносить. Ну, все, что есть, вот прям. Надоели они мне уже. Объект под огнем. Объект уничтожен. Обнаружен инженер противника. Гайдзины эти.
применить зомби-защиту. На базу напали. Укажите цель. И завершайте противоположность. Да вы чё, твари, а? Ну чё вы на него смотрите, да? Почему вы чё его не разорвали? Обнаружен инженер противника. Где это? Не дают нам, да? Твоего ангела, да. Пока их сюда оставим. Ой, блин, когда? Сейчас пойдем сносить их. Берем боевых ангелов, все, берем и просто начинаем их убивать. Надоели они просто за него конкретно. Вот опять, почему на них смотрите, а? Просто признайте, что вы неудачник. Эти острова почти мои. Ну, насчет неудачника я поспорил бы. Сейчас все будет, не переживай. Как я начну веселиться. Идите, как крысы, да, отсюда? Жали как крысы, да? Сразу же. Да? Укажите цель. Обнаружили базу.
неплохо живете прям. Надо ангелов делать. Ты. Тогда можно спокойно взять все вот эти вот вышки. Они походу все домой побежали. Обнаружен противник. Хрена себе. Повод подраться, да? Как у вас успехи там? Нормально. Идет стоит.
Берем былых ангелов толпой просто и сносим их. Тоже. Поехали. Куда они прутся-то, а? Откуда такая пехота вообще, медведи? Это там просто, вы откуда беретесь-то? Откуда они все повылазили, я понять не могу. Просто. Посмотри, сколько их тут, этих медведей, это жесть. Сегодня вы охренеть. Ты просто посмотри, там их сколько медведей, наверное, 50. Да. Удачи, Москве. We'll be right back.